Стопудово. Перепила, да, его? Стопудово. Крендели забрали. Скоро давление его долбанулось, хрену. Ну, погодка вот к вечеру. К вечеру похорошела. Новослободка, Новослободка. Тут как-то повеселее, чем на Савеловском вокзале. Люди попозитивнее. Без бестолковых этих заморочек живых. Без качалого, гнилого. Хотя один тоже вчера в больницу уехал. Недооценил соперника. Первый ударил и проиграл. И сегодня жалко парня. Ни за что. Сотрясение головы. Ударился, видимо, об это. Об асфальт. Об плитку Собянинскую. Все. Все нормально у него. Притворюшка. Притворюшка дядя Хрюшка. Притворюшка. Не хочешь выходить, там холодок, наверное. Забежал туда быстро. Чудаки мы. Ох, и чудаки. Так, что мы там делаем? Чего там, кстати? Ебал его. Да, блядь, чего, блядь? Ну, не берут его нам. А он что, не вылазит? Вылез? Кое-как. По кому пошел? А, вон, через дорогу пошел. Дебил он пошел, блядь. Еще не хотел выходить. Скорая помощь должна работать, блядь. Поссать захотел. Кирюха, вызови, я ему выведи, заведи, да? Блять, да ты дебил от кусок. Чудак человек. Еще какой чудак? Саня, есть два сурья? Нет. Охрену, да. Сейчас посмотрим. Зачем тебе два сурья? Сухарики. Сухарики? А это? Купи. Адреналин? Там горилла. 65, по-моему, да, стоит. И два сухарика себе. Окей. Ксюшка засланец. Заслали в магаз. Ох, девчонки, милые создания. Идет она, ничего не слышит, не видит. Все, пошел крендель куда-то. Дима. Смотрите его у радио Башки, где-то он там интервью давал. Двадцать пять минут. Подписчики будут ехать.
что интересного? Что-нибудь интересное сегодня произойдет? Вам горилку отдать или нет? А? Горилку, да, горилку. Какие будете? Спасибо вам огромное. Так, ты когда, сегодня пекла? Да, сухарики. В основном всю ночь нахуй занимался этой хуйней. Да? Больше делать нехуй было. А, белого нету, да? Да. Пекла сухарики. Поэтому, извините, пришлось заниматься делами. Да какие ты будешь избить, а? Да похер, вот. Семга и сыр. А у меня... А у тебя? Со вкусом холоса и хрена. Ну, самое главное, сама хрена. Хрен бы не стало чуть-чуть. Я понял. 25 минут в пробке они едут. Через 25 минут было. Ну, если что, я могу иногда... Дорогие наши засыпать. Подписчики. Где-нибудь там. Юля, Владимир, Наталья. Ну, я, если спасибо что, вам огромное. Найдете. Ну, рядом, за ноги тебя отволокем туда. Там. Сон дренаж, блядь, поймаем. Ну, а этот что сидит, мечтает. Слышишь, ты не перепутала? Нет, не перепутала. Ксюха, вертолет, блин. Так. О, всем раздала. Всем раздала о себе. Что это было? Какой-то снаряд пролетел. Гуля, гуля. На. Да, смелый. Или жрать так хочешь? На. Ты мой красавчик. Птица мира, блин. Мои гости тоже войны не хотят. Не хотят войны. Ну давай, смертельный трюк с ладошки. Давай, не ссы. Ну, сделай контент, Вася. На, очко. На. На. На, секундишка. Всего больше у меня нету. А, вон там что-то еще есть. Все, приятного аппетита. Звезда Ютуба. Ксюха! Тебе подписчики приехали, ёпте. Хватит дрыхнуть. Хватит дрыхнуть. Нет. Мяу. Я спать хочу. А водку привезли? Если водки нет, то тогда я сплю. Ну, конечно, привезли, ёпте. Наверное. Не знаю. Сейчас пойду узнаю. Подписчики её ждут. Ей похуй. Звезда. Звезда. Чего хочу? Тебя зовут к столу. И че, за ноги отволочить туда? Не надо.
Эй! Я хорошо задребалась. Кикимора! Кикимора, кикимора! Сплю я! Где ты клевала, блядь, просом? Не скажу. Я въебалась, не подскажу. Пошли водку пить. Собаки заживают. Водку пить пошли, земля валяться. Куда, далеко идти-то? Да вон, за мусорку. Машина вон стоит с капотом, с открытым. Вон, там... жопа серебристая торчит. Вон, за дерево. Ага. Сейчас, подождите, приду к себе. Нет, я еще живой. Ёй. Еще какой живой. Так. Всем собакам на зло буду жить. Бросает Ксюха курить. Все. ЗОЖ. ЗОЖ — это все пиздеж. Так, мне сейчас... Что, уже кабинет закрыт, да? Не знаю, сколько времени. Да, посмотрите, слышно. Да, нет, еще не закрыт. Значит, надо туда сначала сходить. А это что, чехол или сумка, что это такое? Да, сумка, чуть-чуть это. Чехол от гитары, да? Я ей бублю, это чего она? А, сумка просто. Ну, я думал, от гитары чехол. Мне какая хуразница будет на чем лежать, блядь, картонку нахуй, что спиздили, пидорасы. Будет не ладно, блядь, хулиган в него. Че, не знаешь, что делать? Поебальнику. А, ну, если только осталось так, надо хлестать, блядь. Хлестать. Дуй в туалет, подходи туда. Сейчас, подойди. Ну, блин. Да, вон, серебристая, за деревом. Так. Так. Не надо меня снимать. Я стесняюсь. Сука, беги. Беги. Тебе это надо, да? Кочерыжку. Борода. Слай. Наш новый персонаж будет. Слай. Нормально. Слай. Ты сколько лет на улице? 40 лет. 40 лет, да? Сколько тебе лет? 47. 47? Да. 7 лет, самого детства, ты на улице, да? А сколько матери? Матери 56. 56. А дочери твоей сколько? Ты сказал вчера 31. Какой ты чё? 31 я только её сотворил, ты чё? Сам ты чё? Слышь, сосед. 31 я только её сделал. Ребята, я вам, подписчики, вот я вам, если... Завтра... Тебе мать в 9 лет родила, да? Ребята, как там Израил, да? Если есть Израиль, Израиль. Кто-нибудь, ну, точнее, евреи, короче. А ты с Израиля, что? Да. Помогите человеку, чтобы 50 тысяч его набрать, чтобы паспорт восстановить. Сейчас границы с Израилем закрыты еще. Хуй ты туда уедешь. Там, блядь, воюют. Не воюют, а это коронавирус ебаный. А, коронавирус? Мы тут, о, блядь, с тополиным пухом воюем, заебал летать. Дорогие ребята, на собрать 50 тысяч этому молодому человеку с Израиля. Сделаем все совместное доброе дело. Не, надо. Здорово. Здорово, корова. Как сам, брат? Как сало, килограмм. Голод, а космосу гип-гип-гип, ура. Че, Мань? Вот пиздец, опять. Я ее измотал, блин. Ну она я еще. Положил, еще сильнее опухла, бля. Ну, а там она. Поедешь в больницу? Там гноить. Больничку надо. Ну а что, нет, жара такая, если гангрена нахуй начнет. Я ей объясню. Нет, чего? Не, а ногу отрежут. Хуй с ней.
Давай сразу лучше голову тогда. Иди в баню. Спасибо. Бля, с этим не шутит, Маш. Я и объяснял уже, что жарко. Но я про это не давал, конечно. Жара, посмотри, она у тебя вчера была, не, блядь, вроде не опухоль не спала, а сегодня она у тебя в два раза больше, чем позавчера. Я иду, чего делал? Я корку вскрыл ей, блядь, орал, блядь, но корку я вскрыл. Хлеб, я орал. Больно было, да, но корку я вскрыл. Здесь, ну... А ты свой берет где проебал? Не спрашивай, Дима. Что узнает, где Люба? Я говорю, не знаю, где. Люба с Валерой, с белорусом. Он работает, а она у него где-то живет, там, в вагончиках. Я тебя люблю. Любовь Михайловна. Все. Да ладно, все. Люба самая желанная женщина на Савеловском вокзале. Да нет, она мне с тобой познакомилась. Моя труба. Ты нас тогда помнил, у тебя жена выскочила, помню, да. Ты что-то на остановку пришел, на ту сыроежку? Блядь. Что-то мы там бухали, блядь. Ты не узнал это. Ты бабла швырнул, блядь. Там Юля приехала с это, с Володи. Ты помнишь, когда вот эти были, блядь, да? Блогеры, блядь. Ты меня спрашивала? Куда она приехала? Че, Кос, как дела? Саша. А? Не скажу честно. Хуёво, да? Нет, выпить надо. Вроде как бы туда-сюда. Но сейчас уже хуеватый. Поспал бы там и всё. Штаны тебе там на базе вешали на ветку. Ты че, не переоденешься никак? Темно-серые там брюки висят, именно брюки. Они тебе подойдут, такие они широкие вот, в талии. Ну вот, зайдешь, может, сегодня по виднушке. Белые же нахуй не нужны. Да, те такие темно-серые. Сань, маленький вопрос к тебе. А. Иди, пожалуйста. Купи, мы это купил, а? Я не вот прошу. Все. Заебал своим пивом. Девушка. Мотор, мотор. А где еще есть? Мотор. Ну какой-нибудь. Сколько там? 74. Так. 74, это сколько там остается? 26, да? 26. 126. Что стоит тут из этого? 135. Вот это? Да. $209. Как в аптеке. Музыкант. А. Ой, Саша. Молодец.
Саня, есть пару копеек? Не, вон я пиво купил себе, адреналин. Слушайте, есть пару копеек у вас? Машка, тебе надо в больницу. Я тебе серьезно говорю. Пизда ты, блядь. Не стравивай она. Бинта у тебя нету, да? Нет. Еще, ну, нет. Поборачивай. Сейчас еще куплю. На что ты? У тебя есть копейки? Мне в ночь 500 рублей дали. А. Ну на сегодня тебе хватит на бинт там, если что? Просто у меня сегодня нет нихуя. Бинт я куплю. У меня все было, я к Ксюхе ездил, там чуть-чуть потратил. Везде. Вот есть. Это что? Сделать. А, Вишневскую, ага. Мне сказали, и Миколин мазал. Не-не-не. Там ли у Миколин уже поздно. Ну, бинтов есть осталось. Скажу. Ну, на раз, да. А эти маленькие брать? Кого? Ну, маленькие, квадратные. Типа бинта. Да ничего не надо. Не надо? Видела, как я делал? Несколько раз сложил, как конвертик. На него мазь налил, приложил и замотал. Меньше денег уйдет, да? А? Меньше денег уйдет. Ну, да. Ну, не то, что меньше денег, так оно эффективнее. Ну. А? Чё? Ёб твою мать, всё. Хотел поинтересоваться, а где делся этот? Кто? Валера Бульбаш. В красной куртке. Он на меня два раза уходил. Первый раз. Ну, короче, все напиздел, понимаешь, как он ушел оттуда, с работы. Вот. Никто его там не выгонял. Да. Он сказал, что их выгнали двоих. Оказывается, он ушел один. Сам ушел. Вот. Накосячил там на районе. Понимаешь, да? Да. И, короче, такая хуйня. И не следит за языком. Где-то что-то пизданул он там за работодателя. Работодатель мне позвонил, сказал, пусть он за языком следит, иначе я приеду, надаю ему по попе. И не язык на холоде, да? Ну да, на холодец. Зачем обманывать, блядь, я не пойму. Так, я не понимаю. Смысл хули ты пиздишь? Ну да, набухался, ушел сам. Ну и все. Кому же пить еще? Да, а он там причесал, что его выгнали там чуть ли не ночью, нахуй. Выгнали как двоих. Чуть ли не терпил его, блядь. Да, да, да. Что подтерпил у себя, подгоняет. Да. Исполнительный. Охуительный. Ну его типа нахуй послали, да? Ага. Охуительно. Хотя бы, блядь, хоть словом, блядь, промолвить. Нихуя. Ничего не сказал, да. Ну ладно. Ну, вчера еще, знаешь, типа я поеду обратно, да? А-а-а. Я говорю, ну давай. Ну сколько его можно обратно? Раз, два, три, блядь. И сейчас я увижу, он смотрю, стоит здесь. Уже поддатый, блядь. Я говорю, ты же, блядь, уехал, ебать его. Ну да. Я не могу понять, хули ты мне пиздишь? Мне это какая разница? Ну, че он там, не мне машет? И он пиши, блядь, здесь, как говорится, кто с тебя спрашивает, и... А мне это хуй пиздец. Или он уже все по деревенку, блядь, идет, блядь. Серый, блядь. Он же пиздец, я сам не знаю.
Ладно, увидим еще.